Привет! В этом видео я позвал 100 детей, чтобы выжить против них в футбольном матче. Каждый раз, когда дети будут забивать гол, Никита, Руслан и я, Хайман, будем выполнять наказание от них. Если дети за весь матч забьют нам больше голов, то мы понесем самое тотальное наказание. Обстрел тухлыми яйцами. Мы с ребятами подумали и придумали, знаете что, чтобы ребята немного хотя бы размялись, а то что, у них косточки молодые, должны размяться, чтобы не травмировать себя, да? Сейчас, ребята, вот поворачиваемся все в левую сторону, и получается, давайте 500 кругов, давайте вот так вот, по кругу, давайте. Чем быстрее бежите, тем концлагерь. Андрей, они же прям пипец как сильно устанут и не смогут играть. Ну да. Андрей, может, хватит? Я думаю, они уже готовы к бою. Мы против 100 игроков, детей. Мы вывезем, да, кулачки. Мы все, мы можем. Прямо сейчас ребятам надо определиться, кто у них будет вратарь, кто нападающий, кто защитник. И это они будут решать между собой. Будет он. Он, да. Че, будешь вратарем, что ли? Да. Все, поздравляю, вратарь. Я тоже вратарь. Вот так вот. Все. Че думаешь? Нормально справишься? Нет. Я тоже, если что, вратарь, напоминаю. Все, это твои ворота, их защищай, мячики не пропускай. Пропустил уже. А кто из вас будет нападающими? Девочки. А вы уверены, что они вывезут? Да. Ладно. А Саня, ты не против? Нет. Окей, ребята уже полностью расфасовались по позициям. Но главный вопрос, кто будет в защите? Мы! Нифига, мы же вообще не вытащим. То есть, получается, на нас нападают девочки, мы забиваем гол вон тому парню, и при этом в защите вот целая орда. Ну, мы постараемся, да, с ребятками? Боевой колчок, давайте. Я как истинный вратарь должен разыграть этот мяч. Кто против меня встанет? Один, один, давай, один. Самого крупного давайте, самого крупного. Вот ты! У меня тактика простая. Я, короче, выпинываю мяч вот в те ворота и бегу на свои ворота защищать свои ворота. Я же вратарь. Готов? Свисток-то даст. Я стороны попутал. Я к нашим воротам. Это была просто разминка. Ребята говорят, что слабенького вызвал. Сейчас выбрали посильнее парня. А вы, получается, вот идите вот ближе к воротам своим. Давайте, все туда. Все туда. Да. Еще дальше отходите, ребят. Ну так как разминка у нас уже кончилась, сейчас начнем нормальный матч. Сейчас уже начинается матч. Начали. Нормально, мячей 50 отбил. Каждая нога летела прям в меня. Их очень много. Они просто расстрелили, как с пулемета нас. Какое наказание вы хотите? Хотим связать вас в пленку. Кто хочет заматывать? Я! Стоп, вот ты первый, получается, ты меня заматываешь. Вот ты Никиту заматываешь. Вот ты, Руслан. Ну что, готовы? Да. Тебе поставить лайк несложно, а нам будет очень приятно. Пожалуйста, тыкни на этот большой палец вверх. Сейчас я стою в коконе, а солнце прямо на меня светит. Причем, заметь, какие там тучи, а солнце выглядывает. Они выиграли лишь один раунд, но не выиграли войну. Берем реванш. Погнали, поскакали. Я на ворота. Руслан, ты нападающий, мы мячик тебе подадим. Давай, я нападающий. Да, прыгай туда. Мне кажется, гол вообще не надо было защиты, потому что там офсайд был, они все у ворот были. Да по-любому. Ну, 100% мы не вывезем против такой орды маленьких людей, поэтому мы каждый раунд будем им давать какие-то усложнения. Согласен? Я считаю это честно, да. В этот раз усложнение будет такое, что они каждый выберут себе место и весь тайм будут стоять на одном месте. О, шикарно, реально. Все, давай, передавай, Никита. Каждый занимает свою позицию и не двигается с этой позиции. Вы только в пасы можете играть. Распределяйте свои позиции. О, так мы сейчас легко им забьем. Да. Ну все, они заняли позицию, а мы разыгрываем мячик.
Дай пас, Никита. Пацан! Давай головой забью! Вставай, какашка. Давай, давай, пинай меня. Руслан, вон мяч у тебя бежит. Мячик! Это нельзя! Забивай гол! Нападай! Ура! Мы забили гол! Ой, я освобождаюсь! Ой, свобода! Никита, помогите! Давай пять! Да! Помогите, дайте мне тоже пять! Если вам кажется, что что-то было нечестно, заметьте, они расфасовались так, как сами захотели. Но они не учли то, что на защите у них никого не было. Он один здесь стоял. Вот так вот, ребята, в следующий раз лучше думайте. Сейчас молодые разыгрывают мяч, и тактика их будет следующая. Каждый из вас должен взяться за руку. Вот так вот. Ну-ка, и ты меня бери. Разъединять руки запрещено. Напоминаю, это делается для того, чтобы мы хоть какой-то шанс могли выиграть. У вас есть один вратарь, который может так не делать. И есть один человек, который будет внутри круга, который будет вести мяч. Девочки, давайте вы. Получается, встаем кругом. У вас некая такая защита. А почему бы тебе не нажать красную кнопку подписаться? Спасибо, что подписался на канал. Итого, получается, у нас есть команда ребят, которые все держатся за руки. Если они отпускают руки, они автоматически проигрывают. Есть один нападающий, который пытается забить гол. Также забить гол могут и кто-то из них. Главное, чтобы они не распускали руки. А также есть у них вратарь, который, ну, в принципе, может перемещаться в своей зоне как хочет. Так как мяч разыгрывают дети, мы пойдем из-за их круга. Ребят, готовы? Да! Никита! Давай, Никита! Да-да! Не получилось. Следующий раунд мы решили не давать усложнения детям, потому что хотели попробовать одну тактику, чтобы их выиграть. Короче, идея заключается в том, что они сейчас будут атаковать, и самое главное — это отобрать у них мячик. Руслан или Андрей отбирают мячик, пасуют на ворота, я ловлю мячик, потом этот мячик в ноги Руслану кладем, Руслана поднимаем и Руслана швыряем в ворота их. Окей, давайте. Все четко, понятно. Давай. Вперед, вперед его! Мяч, мяч, мяч! Мячик ушел, да. Мячик ушел за линию. Как можно сильнее, да, сильнее сразу. Пинай туда. Сейчас все, сразу сейчас вообще хана будет. Вот. Че? Там уже вышел. Почему мяч отпустил? Да он у меня соскочил. Еще раз попробуем, только в этот раз ребята меня будут нести. Какое наказание? Пропинываем жопу. Вот они у нас есть мячи. Каким мячом? Ребятам дается 30 секунд, чтобы вот с этой линии пропнуть нам. Ну все, как советуют мои подписчики, надо вставать раком. У вас есть 30 секунд, время пошло. Не последний мяч после тайм-аутов прям в попу засадили. Меня один раз только попали. А мне прям ягодицы, такой четкий мяч попал. Вы готовы? Да. Начали! Давай, погнали! Куда мы лезем? Не пропускайте!
Че, попробуем еще раз по такой тактике? Так же? Поднимай. Давайте, парни. Давайте. Что выдали? Какое наказание вы? Коридорчик! А что это такое-то вообще? Без понятия. Уже без шуток надо выигрывать. Ну, вот так, вперед. Наказание задолбали уже. Все готовы? Да! Начали! Так по одному. Давай! Зачем их подставлял? О, разодорил их. Так, усложнение для вас, ребят. Встаньте все в ширинку за этим кругом. Вот так в ширинку встаньте. Сейчас положите руки друг к другу вот так вот. Ваша задача двигаться только вперед или назад вот таким вот методом. Понятно? Да. Учитывайте то, что у вас есть нападающий, с которым вы можете кооперировать. Обязательно прямо стоять? Не кто-то вперед, не кто-то назад, а прям ширинкой. Ясненько? Да. Сейчас я с этим парнем будем нападать, ну друг против друга работать. Получается, ребята, ваша задача создать два круга вокруг Руслана и Никиты. Пинать мяч вам запрещено, отбивать мяч запрещено. Все, я на ворота пошел, я вратарь. Короче, план такой. Берем просто на перекись вот так и бежим. И они будут путаться, они будут сбиваться да, толпой. Да, давай, давай, давай. А нам можно мяч пинать? Да, нам можно, нам же наше забить. А, все, ладно, давайте. Забирайте его в круг! Ну заберите его в круг! Блин! Играйте! Он бежит! Побеги! Так мяч забивает! Забивает! Ах ты, не прошла! Мяч ушел! Поехали! 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 Поехали
А что вы отцепились-то? Андрей сказал расцепляться, можно его просто на автобус взять? Дыхалка, подводит не могу. Фу, не надо было идти с ворот убегать. Че, зажимали хорошо, но я находил лазейку, там в дырку нырял и бежал спасать Андрея. Все, ладно, в дырку давали. Я когда внизу проползал, они вот так колени мне ставили, я башкой врезался. Скажи как. Так, ну вот так вот делали. Оп, так ну тебе не руки нет. Поднимали. Ну вот так, да. Я в конце их отвлек, я говорю, смотри, сейчас гол забьет. Они отвернулись, и я быстро пробежал, но уже гол забил. Какое наказание в этот раз? Пощечины! Пощечины, кто не понял. Пришла расплата за проигранный гол, за плохую выдержку и дыхалку. 100 лещей я никогда не получал. Но я готов. Давайте, ребят. Чапалахи, чапалахи. Тут такой косой. Мне уже и под затыльник, и в глаз, и по щеке, и поэтому попало, и везде. Ой, потом так же смачно под жопу получит. Нормально, нормально, привезил. Мне даже по черепу, по черепу. Да, мне и сюда, и сюда, и сюда. Следующее усложнение. Знаете, что такое корточки? А кто не знает, стоит познакомиться. Вы играете всю игру только на корточках, только. Вы ходите только вот так вот. Главное не вставать, вот так вот уже запрещено. Кто вот так вот встанет, стоп игра, мы пенальти делаем. Можете вот так вот. Я просто на месте. Нам надо какую-то фору заработать, поэтому мы такие усложнения и делаем. В принципе, у них есть шанс каждый раз что-то выиграть. Следующая сложность для них будет такая. Ребята, передвигаться вы можете только на одной ноге. Если вы хотите отдохнуть, вы просто встаете вот так вот. Если я замечу, что кто-то бегает на двух ногах, пенальти. Пинать можно с места двумя ногами. Ваш мяч, вот. Куда? Тигр! Стоп! Две ноги! Давай, Никита! Стоп! Две ноги! Саня! Вы на стенку не пробьете! У него хорош. О, видели, да, вот так вот. Он на меня, короче, летит, я думаю, а что делать? Я забыл, что я вратаря такой. Все, я устал бегать, сейчас пойду и забью гол. Штрафной! Что ты делаешь? Сейчас будет пенальти. Стоп! Две ноги! У тебя две ноги! Офигеть! Что это было? Позор! У меня рука была! Это не рука, это локоть! Серьезно? Так и что? У меня поднятый локоть был! Давай!
Рука, пенальти. Обманка опять будет. О! Ну зачем? Давай, Никита! Мы забили! Ну как, я просто стоял, смотрел на ворота. Ну я чётенько, чётенько отбивал, чётенько вот так вот отбивал, как нельзя! Ну что, а чё проигрывать начали, а? Чё проигрывать начал? Следующее усложнение такое. Вы можете играть в футбол только на своей половине. Кто пересекает вот эту вот самую линию, сразу уходит на скамеечку ждать следующего раунда. Погнали! Я на ворота пошел! Сейчас, погодите, ребята. Я такой. Сейчас, смотрите, как сейчас будет. Вообще. А, три прыжка на крыше. Никита, лови. Я зашел на их территорию, и они как львы просто накинулись на меня там. Чуть не убили. Рука! Он что, пачком ему сейчас? Никита! Теперь! Тёма! Вот дай, 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 чел, чел! Вот, Саня! Тёма! Стрелуй! Сейчас будет гол! Игра слишком затянулась, надо помогать парням. Я выхожу также в нападение. Да я в защите буду. Вот так вот Руслан попал, вот так вот. Руслан, точно так же, только вот под сеткой. Вот под сеткой. Давай, давай. Ты что? Ты что? Мне Никита говорит, я пойду на ворота. Я говорю, ладно, и он стоит вот так вот просто. Я только-только отошел от ворот, чтобы в нападение пойти. Я такой говорю, я сейчас поймаю, но вратаря же у нас нету, я руками не могу. Но я вижу, он летит мне в лицо, я такой, оп, увернулся. Мы понимаем и осознаем свое поражение. Что вы в этот раз от нас хотите? Без обуви. Без обуви. Без обуви и без носков. Стоп. Вы хотите, чтобы мы до первого гола бегали без обуви и носков? Да. Справедливо. Выживаем как можем. Сейчас все ноги пообступают. Блин, больно будет. Я на воротах, чур. У каждого есть только одно касание мяча. К нему мячик такой летит, вот так. Он либо от него уворачивается, либо пытается его как-то отопнуть своему тиммейту. И он же уходит в аут. У каждого по одному касанию. Вратарь может сколько угодно. Давай! Я тебе говорю! Я тебе говорю! Стой! Иди на ход! Бежали! Видимо, ты... У нас тактика была просто выбить всех и потом просто забить гол вратарю. Единственному, да? Да, но просто хотели поиздеваться над ними, но что-то пошло не так. Прямо сейчас у ребят есть полный доступ ко всему. К ногам, к рукам, к глазам. Но
с одним условием. Мы можем брать мяч руками. Что за фигня не устраивает? Они заговор устраивают или что? Что это такое? Смотри. Иди по семи, иди по семи. Да тихо! Не дружись, мяч не забью. Что делаете? Ребята, они вас по любасу выберут руками. Да, давайте их сами возьмем в руки. Да. Вы берете Андрея. Вы берете Руслана. Ты так кричишь, они слышат, если что. Они нас по любасу выиграют руками. Давайте их сами возьмем в руки. Вы берете Руслана, вы берете Андрея, а вы берете Илью. Кого? Я буду снимать. А, вы берете Никиту. Хороший план, пацаны, давайте. Что за фигня? На черный рынок! На черный рынок несем! Я не знаю, это было честно или нет. Но! Я не знаю, ну блин, ну гол забит был, да, в принципе. Ок, мяч они руками не трогали. Мы, кстати, тоже не успели потрогать мяч руками. Я даже его не увидел. Какое наказание? Баня! 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 Баня так баня. На улице так. Выстраивайтесь тогда. Куда мы лезем? Это просто массаж был, детский массажик получился. Давай, 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 давай. Поначалу нормально, приятный массаж. Как Никита сказал, потом вы больно, как нас щипать, лупасить начали пацаны. Готов? Блин, прикольное наказание. Финальный, последний раунд. Ваше усложнение будет таким. Сейчас каждый ищет себе пару, чтобы ваш напарник был на спине. Вы бегаете только лошадкой. Если ваша лошадка устала, вы просто стоите на месте. Если вы упали, вы выходите в аут. Понятно? Мы напоследок заготовили очень жесткое наказание. Это тухлые яйца. Если мы прямо сейчас проиграем, вот эти все ребята возьмут по яйцу и их как хренать в нас. Будет очень больно. Мы не должны проиграть. Я на ворот пошел. Давай, 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 давай. Вот, вот, пасуй, пасуй. Пасуй. Еще раз. Быстрее, лови мяч. Давай. Давай, давай. Блин. Да, сзади пятка, пятка есть. Я устал. Ребята, это реально выживание против 100 маленьких людей. Ну, чуть поменьше их, конечно. Многие уже ушли, устали тоже. Слава богу, что это закончилось. А, блин, это еще не закончилось. Яички. Еще яички, да. Яички. Погнали к яичкам. Ребята, это последняя конечная точка. Нас просто обстреляют яйцами. Расстрелять. Блин, страшно, пипец. Готовы? Да! Или в тебя попадут? Да я знаю, что. Мы выжили. Пока.